Привет! Сегодня у нас будет обзор двух болгарок Makita 95-58 HM и AEG 12-125. Что объединяет эти болгарки? Их объединяет то, что они в одинаковой ценовой категории. Makita в районе 4500 стоит по интернету цена, AEG где-то 4700, кажется, или 4650. Но у AEG больше мощности, у него 1,2 киловатта. Но визуально примерно одинаковый, но она чуть-чуть больше Makita. Ну, давайте посмотрим, из чего она сделана. Начнем, как всегда, с комплектации. AEG комплектуется вот таким вот неплохим быстросъемным кожухом. У Makita обыкновенный стандартный кожух, не быстросъемный. Ручка у Makita тоже обыкновенная, пластмассовая. У AEG ручка антивибрационная, резиновая. Как видно, хорошего качества. Вот они вместе. AEG, Makita. Ключ у AEG обыкновенный. У Makita немножко побольше ключ. Но тоже обыкновенный. Черного цвета. Шайбы Makita, AEG. У Makita, мне кажется, получше шайбы будут. Сами шнурки у машинок хорошего качества. У Makita длина сетевого шнура 2,5 метра, у AEG 4. Но сечение у Makita 2 на 1, мощность 800 Вт. А у AEG 2 на 0,75, мощность 1200 Вт. Ну и к характеристикам. Makita машина под 125 круг, 840 Вт мощности, 11 тысяч оборотов. Сделана в Румынии. Ну и машина AEG. Машина под 125 круг, 1200 Вт мощности, 11500 оборотов, сделана в Китае. Ну вот основные характеристики рассмотрели, теперь будем их разбирать. Как всегда, снимем задние крышки. Открутили, вытаскиваем. Ну вот они, выключатели Makita, AEG. То есть они идентичные. Ну теперь будем вытаскивать щетки. AEG, Makita. Первая будет AEG. Есть. И также с другой стороны. Теперь Makita. У Makita сначала нужно скинуть щетку с контакта. Ну а потом вытаскиваем. Также с другой стороны. Вот они, щетки. AEG, Makita. Как видно, они одинаковые. Тяги, как видим, похожи. AEG, Makita. У AEG немного просто другой формы, но смысл тот же, то что у Makita. Теперь посмотрим на якоре AEG, Makita. Здесь все стандартно. Два винта сверху у AEG, два винта сверху у Makita. И также по два винта внизу. Ну вот, раскрутили. Теперь вытаскиваем. AEG, Makita. Вот он, якорь AEG. Видно, в конце он очень хорошо залит. Ну, в начале не очень. Просто лаком покрыт. Проблем именно с якорями AEG не было. Но я, по крайней мере, вот сколько его обслуживаю за 6 лет, ни разу не встречал. А вот он, якорь от Makita. Как видно, тоже бронирован хорошо. Ну вот два якоря рядом. AEG, Makita. У AEG диаметр по железу 35,6, у Makita 32. Нижние подшипники 607 одинаковые, как у AEG, так и у Makita. Статора у обоих машинок бронированы так добротно. Ну, то есть это видно. Теперь посмотрим на редуктора AEG, Makita. Здесь все стандартно. Здесь 4 винта и здесь 4 винта. Раскрутили Makita, AEG. Открываем. Первый. Второй. Ну, начнем с Makita. Большая шестерня у Makita косая. На конце шпинделя напрессован 696 подшипник. У AEG также большая шестерня косая. Напрессованная на шпиндель. Внизу стоит игольчатый подшипник.
На ЕГЭ малая шестерня крепится на якорь гайкой. У Макиты также малая шестерня крепится гайкой к якорю. Смазки больше у ЕГЭ, у Макиты ее поменьше. И больше так на конкретно. Основные узлы посмотрели, теперь собираем. Собрали, теперь проверяем. Ну и в конце пару слов об этих двух машинах. Обе машинки достойные. Вот. Мне больше понравилась Makita, нежели чем AEG. Ну как тут она приятнее работает. Хотя AEG тоже неплохо сделана, ну вы сами видели. Вот. Что еще хочу сказать. По зипам, запчастям. В AEG в основном, ну конкретно вот в Белгороде, будет все под заказ. То есть никто не будет держать в наличии там якоря и редуктора. Выключатель здесь, или даже от Интерского сюда можно будет сунуть. Хорошо, тот также подойдет от Makita. На эту машинку Makita запчасти есть в любом сервисе. Оригинальная, не оригинальная. То есть ее можно по запчастям в сервисе собрать. Это происходит из-за того, что не потому, что она часто ломается, а потому, что они массово продаются. То есть 5 лет назад они продавались, 7 лет назад они продавались, сейчас они продаются. Продаются домашние условия, строительство. Ну, естественно, они ломаются. Вот. Поэтому их тащат в сервис. Если вы купите для дома, что AEG, что Makita, прослужит очень и очень-очень долго. Это я вам гарантирую 9,9% и 9%. Всем, кому понравилось, подписывайтесь на канал. Пока!